С вами Илья, и это обзоры девайсов на канале Игра День. И уже по нашей традиции вначале я показываю комментарии самых активных подписчиков. Сегодня это Фэнды F, Рокки Шоу и Винсон. Респект вам, пацаны. Ну а мы начинаем наш обзор, и сегодня мы посмотрим на наушники Plantronics RIG 600. Перед нами игровая гарнитура со звуком высокой четкости, крутым дизайном и качественными материалами. Начинаем, как всегда, с комплектации. Здесь нам положили два вида кабеля, переходник на раздельный канал, инструкцию и, само собой, гарнитурку. Дизайн RIG 600 очень похож на своих предшественников, и здесь сохранился такой привычный, уже крутой почерк компании. Гарнитура, думаю, понравится всем, кого напрягает излишнее количество всяческих элементов и все в таком духе. В общем, достался такой минимализм и строгий внешний вид. Теперь немного по материалам. И самое здесь интересное — это амбушюры. Производители использовали перфорированный материал, улучшающий теплоотвод, что обеспечивает комфортное использование при длительной игровой сессии. Простым языком уши в них потеть не будут, и это огромный-огромный плюс. Особенно если учитывать комфортный вес девайса, то получается реально очень здорово. Таким образом, мы получаем отличное устройство, которым пользоваться будет одно удовольствие. На внутренней стороне чашек также нанесли буковку, обозначающую левую и правую сторону, чтобы точно никто не запутался. Теперь по микрофону. Он здесь, само собой, отстегивается, таким образом, если вы его не используете, то вовсе можете убрать. Также гарнитурка очень легко складывается, и таким образом ее удобно положить, допустим, в сумку и куда-нибудь перенести. Особенно это актуально будет тем, кто будет использовать ее именно с мобильными девайсами, потому что гарнитурка кроссплатформенная и подходит не только для ПК, но и для консолей, и даже для тех же Android и iOS устройств. Я использовал ее немножко с телефоном, и могу сказать, что звук был просто отличный, так что для прослушивания музыки гарнитура тоже отлично годится. Ну и само собой стоит понимать, что гарнитура все-таки идеально подходит именно для гейминга, и поэтому для ПК будет прям самым то. Я поиграл в разные игрушки, и могу сказать, что гарнитура просто отлично справлялась со своими задачами. Здесь такой идет сбалансированный звук, и это само собой не напрягает наш слух, поэтому играть будет очень комфортно. Вообще девайс мне очень понравился, поэтому рекомендую как ПК-гейм, так и тем, кто обладает мобильными девайсами. Уверен, что гарнитура вам тоже понравится, поэтому переходите по ссылочке в описании и можете более подробно все изучить. Ну а я буду на этом на сегодня заканчивать. Ставьте большие пальцы вверх, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну и до скорых встреч, пока!